Хемингуэй, как сказал один еврей, сразу видно по лицу тех, кто кушает мацу. И дружок ее Руссо, как Арин, известен нам. Какой же он Руссо, раз зовут его Абрам. Ой, Розенбаум в синагогу ходит и не стесняется. Правда, синагога-то Госдумой называется. Что вы говорите? И только мой Шелышуфутинский не понятен, кто такой. Носит бороду, как Ребе, а простек поет, как Гой. Ну а кто же Моисеев отгадать сумей-ка? Боря, вот он уж точно не еврей. Конечно, он еврейка. Ой, еврей, а Зохенвей, шо не русский, так еврей. Даже если не еврей, все равно а Зохенвей. Эх, раз и еще раз, еще много-много раз. Шоу-бизнес наш закрыт для того, кто не аид. Надежный причал, родитель.
Тогда посыл мне, я разрегаю страничку.